Здесь тесто растаивается на батарее. Смотрите, кто растаивается вместе с тестом. Да? Сейчас праздничные пирожки будем делать. Я тут недавно для себя открыла рецепт, в моем понимании, хорошего дрожжевого теста. Дрожжей кладу не столько, сколько на упаковке написано, а где-то раза в три меньше. Рецепт напишу лучше. Но в таком случае нужно, чтобы тесто растаивалось не меньше 4 часов. Я вот просто с ночи тесто замешиваю, а с утра пирожки делаю. Когда меньше дрожжей кладешь, знаете, нет вот этого кислого дрожжевого привкуса. Вот эти ребята чечевичными пирожками будут, а вот эти ватрушками яблочными. У меня сегодня необычная чечевичная начинка. Мне подсказали, как сделать ее нежнее. В чечевицу надо добавить картошечки. Я рецепт тоже там напишу. Давайте кругленькие сделаем пирожочки. Первый готов. Смазать маслом и вперед. Отверстие для воздуха. Вот эти колобки ватрушечные. Ватрушки вообще очень легко делать. Нужна только кружка и хорошее ее дно, которое необходимо смазать маслом. А начинка у меня тертое яблоко с вареньем. За окном хлопушки кружатся. Мне, пожалуйста, с чечевицей или с горохом с чечевицей. Нет, это с чечевицей и с картошкой. Мне сказали, что с картошкой должно быть понежней. Очень вкусно. Действительно, консистенция такая более нежная. И с лучком хорошо. С праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, ребята. Запивать будешь?